Так, вот Андрею привели веломобиль новый, называется Скорпион. Вот ребята нам помогают тут. Это камера, снимает тут у нас все. Теперь надо все потом выкладывать на сайт. Чего? Так, на смотри. Идет, нет? Да не видно, так не видно. И что это, да? А? Кто? Откуда я знаю? Я не вижу. Я не вижу, смотри. Сейчас снимают, да? Ну вот он, твой скорпион. Красивый такой. Конечно, вот. Все? Да. Это на... Да. Все. Так. А сейчас Андрей будет садиться. Так, сюда. Не знаю, видно, не видно. Тут. Ну так Андрюша. Не так. А как? Да. Так. Я не знаю, видно ли что-нибудь. Еще иди. Так, все, сел. Так, ну и что теперь? Поднимать, наверное, надо, да? Да. Так, не достаешь ведь. Да. Ну там есть куда задвинуться еще. Так. Да. Чего? Так, давай так просто приподнимите, я просто передвину. Так, что, я пока выключаю, да? Я не вижу, понимаешь, я тут не вижу. Видишь ты что-нибудь, нет? А я вообще не разбираюсь. Нет, вот тут должны вот как бы идти цифры, вот тут вот вверху. Нет, вот у меня времени вообще никакого. Тоже никакого, да? Ой, я не вижу. Так, на всякий случай. Снимает, а где у меня очки-то? Не вижу, снимает ли, не снимает, Бог его знает. Солнышко светит. Слушайте, телефон откуда-то узнали? Где у меня очки-то? Ну чего, Андрей? Почему? Куда? Новый, так он еще поэтому пока плохо катится. Разворачивайся. Андрей, разворачивайся. Ты не можешь, что ли, развернуться еще? А куда поехал? Там, наверное, не проехать будет. Куда поехал? Проедет, не проедет он так.
Ну давай разворачивайся. Ну давай, 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 давай. Немножко катни, у тебя горизонтально педали встали. Андрюша, катнись! Вперед катнись! Педали горизонтально стоят, ниже опускать надо их. Ну! Примерно такого вида были, когда эти из Колизея-то привезли в Одессу-то первый раз. Только то, что не падаете. Он очень мало проехал. Что? Андрей, поэтому не упал. Когда здесь-то что ли? Ну, вы говорите, только не падаете. Я бы он еще мало проехал, поэтому не упал. Может быть, может быть. Нет, ну этот, наверное, так не будет падать, как тот падал у вас. А что он там, на тормозе что ли? На грязь заехал. Надо там вот там, наверное, трубу разделывать. А, так опять тут некуда. У него ноги срываются с этого еще. Миш, наверное, тебе придется домой его везти. Домой тебе его, наверное, придется везти. Опа. Ну что, все? Я тут я... Андрей, а дай я попробую. Попробую. Ну так давай, вставай. Надо туда вон ехать, там ровнее дорога там. Ну давай, 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 давай. Так, осторожней тут. Так, давай мы сейчас вот сюда немножко вывезем сюда его. О, какой красавец наш. Стоп. Миш, а ты тут можешь зайти, наверное, Миша? Я тоже ноги занимаюсь, поднимаюсь. А у тебя ноги там, допустим, еще короче, чем у Андрея. Тебе еще он вот хуже. Почему у меня короче? У меня как раз нет. Чем у Андрея? А вот сейчас увидишь. Ну давай, сейчас увидим. Опустите пониже. Пониже? Так, давай. Можно опустить вот так. Так? Да. Да. Что, близко? Что, Миш, поднять? Да нет, давай. Я иду, ты видишь? На машину же наехал. Видишь, ноги короткие. Видишь, ноги короткие. Тянуть приходится. Подожди, так, подожди, стой, стой, стой. Не знаю, его случило, не знаю, снимают, не снимают.
Так, ну что, все, да? Да.